сегодня, вчера, если я правильно понял, народов мира, народы мира называют злым началом. Да. Так желание получать, которое сотворил Творец, это ведь не злое начало? В чем разница между желанием получать изначальное, что сотворил Творец, и народы мира, и злое начало? Когда приходит пробуждение снизу, то те, кто устремляются к нему, это доброе начало, а те, кто не стремятся к нему, или наоборот, это называется злое начало. А почему народы мира — это, в принципе, желание получать, которое сотворил Творец, и у них правильные требования, что они должны получить наслаждение, то почему они считаются злым началом? Нет. Это необычные желания получать, которые есть в человеке. Это желания, которые против объединения. То есть в какой-то мере народы мира — это определенное намерение на желание. Это не просто желание, а определенное намерение. Да.